А вы чего, два танка идете, что ли? Ну да. Я просто не умею танковать, вот Войд это танкует. Не, по-моему, тут полтора танка идет, нет. Я смотрящий за Смоном. Войд, спекайся в ДДН. Чё ты хочешь? В одного танка хочу, чё. Нормально же идем, чё ты хочешь. Давай так пока. Сейчас оставь. Смотрите, да, пойдем. Это просто мобы были не танки еще есть. Блин, яды кончились. И хил сдох почему-то. Потому что это шейки. Потому что мне два моба попали, еще скинулись. Я не сказал, что вы меня Так, все, курика. Мне нужно. Че, пуляю? Пуляю. Вот только по приглашению. Блять, на Войда напулила. Нормально. Я забыла макас поменять. Сука, встаньте под босса. Да хуя не таунсит. Она не таунсит. Да мне похуй, говорю, встаньте под босс. Чтобы это говно появлялось под боссом, его сразу заливали. Но оно и появляется под босс. Просто мы его так быстренько срываем. Так оно на вас идет. Я говорю, мы его быстренько срываем. Почему демон не под боссом? Вот этот вопрос. Еще в демон форме, блять. А, ну чё, без контракта демон? Или чё? Демон должен в этот самый метаморфозе, блядь, прожимать два костра под босс. Потом уебывать. Я знаю, как это можно работать. И на один костер давать. Символ метаморфоза. А у меня глюкнутый макрос, я не могу прыгнуть под босс. Макрос, нахуй, бейте астральный огонь, нахуй, все, блядь, быстро. Стоите, дрочите. С костра играешь демон, да? Не, я играю с костром, но я не могу почему-то прыгнуть после.
Он у меня гасит только костер, но прыжок нет. Ранжа нужна определенно, чтобы прыгнуть. Не, чисто в теории он должен у меня нажать прыжок, потом уже костер, но он что-то прожимает только. Там есть макрос, который по Т4 на маг. Ништяк. Это надо. Там есть макрос, который... Макрос он у меня не работает, в этом-то проблема. Я сделал демона, быстрый старт, у меня все работает, я врываюсь с демоном 200 на 3200 ДПС. У некоторых мобов тут фрейм увеличен, у меня также рывки не пашут на варе, надо отходить еще дальше от моба, либо босса. Нужно просто почувствовать это расстояние и с этой дистанции уже играть. Там он Войт уже почувствовал, сейчас умирать будет, да? Ну, помянем его душ. Моб багнулся. Гиркин, выведи, маг. Нет, не выведи, Лимон. Сдохнем нахуй. У нас только один хил, это шаман, да, ведь? Да. Хрена себе, это 4 выиграл. Не могу бить, выведи куда-то его, бля. Я тоже не могу, у меня, короче, даже рага не стакает. С костра этого ёбаного. Можешь бить? Не бейте, босс. Пизда, бля. Костра. Можешь бить? Я могу. Вот сюда выведи, где я стою, блядь. Пидора этого, ёбаный в рот. Не бейте никогда в отражение, идёт по шуму. Там искра появилась. Чем ты бьешь за паладина, агро набираешь, когда? Да я прочитаю, погоди. Короче... Сейчас, секунду. Отражение не делай. Вот, делается проще, смотрим атаки. Паладин. Да, посмотрим. Ощущение ему отправить, злань возмездия и так далее. Все, что есть, я молотком бью, я бью щитом, печатями бью, даже щитом Мстителя, лужа, ну все, ничего такого интересного. Тебя кастуешь щит небес. А нахуя тебе печать порчи? На трэше включай повиновение. Ну это в соло моба я ставлю, когда порчи. На трэш ставлю много, печать повиновения. Силы, понимаешь, очень мало, я не могу набить агро, там, это пиздец, такие локи. Да, Реликвия, кто это даст? А метка, сейчас скажу. Тут реликвия не поможет, я срываю даже 250-х с полностью силой. Владин, тебе манускрипт нужен, 245-й. Я понял, что за манускрипт, но... Что там еще? А что вы стоите, бейте, блядь, дальше, алло. Где приз? Шипашник. 2-10 надо. Броня и кисть, потому что там больше всего зеленой брони. Броня тебе нужна. Шатаясь две леодринки. И гонять, как я, 2-9. Потом поменяешь на другой лук. А что? А что чистер? Чапку сделай на кисти и на плат к угрозе и выносливости БКш. И еще раз, подожди, не слышно было. Чапку на кисти и на плат делай БКшные на угрозу. Если найдешь землю, я тебе сделаю все. Оружейник 2 называется и колосс. Ой, второго садика. Нихуя двоих.
А чё Честер уже ДДшника ищет? Не знаю, Честер. Фига, после четвертого протыка сработало. Я все-таки побежал к демоне. Ну вот, видишь. Демон в форме. Они в макросе, знаю. Костер. И поставь ему, он мог еще раз. Он мог еще раз костер прожать за мету. Несмотря не на вижу, то, без что... Арли как. Несмотря на то, что потом выходишь из формы демона, у тебя костер продолжает бить. Как будто он демон не был. Не, костер сбрасывается, уже исправили. Ну, без двух костров демон не дома. Не, ну почему? Потому что первый костер на 10 секунд и второй на 5, что ли, получается где-то. Топ-демоны с двумя кострами всегда обрываются. Мелизон ставит портал с пивом. А потом, когда у них кончается мили. Сзади, да. Ну, мили фаза. Скажем так, да, когда они в мелизоне с доспехом, с костром, они возвращаются в ДД-зону и играют как РДД. Не, у этого способа две больших проблемы есть на самом деле. Первое, это ебаный прыжок, он не всегда срабатывает. У меня тут и срабатывает. Второе, это ты срываешь все, что только можно. Мне хавать надо приготовить, я хавать хочу, я вон нашел энг, короче, здесь от первого, он больше даст ДПС. Я, короче, его... Честер, я еще ни хера не хавал, а ты, блядь, хавал. Блядь, 2 часа дня. Хавать хочу, не могу. Засумоньте его, короче, я дал ран. Добьется. Ребят, мы второго хила нашли, еее! Нахуя нам второй хил? Ну первый, видишь, как просаживается по мане? И что? Давай, агрима, ба. Готовь паладин стан смерчу маленькому. Я страх накину. Ну, тебя жалко, что ли? Пусть побегает с нами. ДД есть. Да нет у меня ДД, я же писал. У кого нет? У НХ. Да, я... Загрели. Хэш. Красиво, мы впереди еще загрели. Тут толстые жирные жопы, блять, у вас. Ну ты бейте теперь весь стрел. Черепу стан рога. Смысла стана нет, я даю страх, они умирают и не взрывают.
не понял, призд где дрочит, что ли, или чё? Мы же давно так АФК что. Но на прошлом боссе был или нет? На смотрителе был, после смотрителя стал и стоит. Ну давай сейчас дойдем до копыта. Я там шкаф поставлю, попробуем. Просто можно спросить, тут ли он. Да мне похуй. А похуй, без них убьем. Там мой кондёр лежит. Этот кондёр видел два раза, так что тебе не светит. Он готовность принял, а сумон не принял. Так что пошел нахуй. А мы сейчас его заново суманим. Да сегодня не надо уже суманить, его нет в пати. Ты готовность принял, а сумон не принял. Угу. Ты его раньше не суманили вроде. Суманили? Нет. Ты что-нибудь писал, что нет, раньше мы его не суманили. Я суманил. Что, он стоит? Писал, что Акха отходит? Ничего не писал. Он не сейчас ничего не пишет, значит ему нахуй надо, значит пошел в пизду, вот и все. Я, блядь, буду умолять, что ли, кого-то? Лоб, своруешь демона? Не, я вам вначале это, тебе задание дам, чтобы на нас можно накинуть, а потом... Там держи этот, в центре босса, чтобы мы оковы сразу убили. Только погодите, ман. Скажите, когда пулять? Пуляй. Пуляй. Проведи немножко назад. Цепи. Я в цепях. Вижу, заливаю. Бейте, бейте цепи. Дэмэдж просто космос. Ой, да, в соло таргет. Еще цепи давайте. Вот это, за это Т4 ДП? Нет. Цепи заливаем. Скорее обычки ГП давайте, что вы? Да я не помню, просто спросил. Можно из-за груля 25-ки не давать. Нахрен. Так груля дают. Я говорю, можно не давать. Нахуй его давать. Можно вообще без ИПГП играть. Лок, нужен порез тебе? И ничего не надо здесь, кроме вот... Понял. Если надо, нить. Я пылю обычно все это.
Тут анонсить надо, стоять, там бегать и так далее. Все в курсе, что стоять надо, не двигаться, когда венец пламени. У нас 8 в 10. Чё, пуля? Заходим. ДК, заходи. ДК, ты в ДИСе? Он в ДИСе, по-моему. Клубер? Нет, клубера нет. Вот, значит, напишите ему ФМ. Сейчас он попрыгает, да, и не сдохнемся. Да. Венец пламени стоять. Лок, сколько у тебя СПД? Есть массовый эфир у воина? Не отдал уже. Если плохо, я еще могу свой дать. Давай, он же спал. Отдал. Жив. Убегаем. Красиво. Закончился. Вообще, я сегодня пылесос. А зачем? Мы спокойно убьем и пустоту, и этого последнего. Куда пошли? Куда все ушли? Куда ушли, блядь? А, наверх надо. Куда вы идете? Наверх, к идее пустоты, после тени и этот, молчезары. И шахматы. Да, именно шахматы самые бесполезные. Да. Люди за УД идут. Что там, блин, 10 минут потратить время. Понажимать три кнопки. Можно и так, в принципе, убить, ДПС хватает. Посмотрим на драконе, что будет. Не, если совсем все плохо, я могу до Долорана сбегать, спек поменять.
тогда убьем, не переживай. Просто там же дострите, я выдам 1014 в отличие от дев. На ком ты выдашь 1014? На Чезаре под полным разгоном я даю 14. Угу. Без демона, блять, и без бафов. Без бафа, да. Прикольно. Ты ж у меня фулл Т4 есть. Ну и чё ты стоишь? Бой, ты чё, спишь там, что ли? Ага. Скучно. Чё, пушка ещё? Флаг. Телепорт. Всех не агри, только одного. Он не тунтится. У Герки глыбу, блядь. Я покачу. Его можно забрать этими. Он не тунтится, если что. Он дипс таунт. Патрон на нем пока. Таунт не работает, работает только скиллы. Я ебал. Почти. Почему поверху, блядь, не бежать, сука, без лайт низом, блядь? Вот это вопрос просто. Да, нормально все. А вдруг шея упадет? Да. Мы репу формим, пацаны. Честер, излюк забрал уж. Ну, он нам мак на какой-то раз метит. Я не против, я на зеленый. Какой там ДПС апает? Синий ДПС апает. Давайте. Синий апает, каст ДПС именно, а не сур. На зеленый лучше роги вставать. Или хилу. Чё, пуля? Пуля, я поебать. Смотрим, чё он там апает. Синий апает ДПС. Синий дает плюс урон кастом. Нет. Где синий, блядь? Хорош. Иди отсюда, блядь. А, не, лолом, полный урон апает, я не думал. Но в любом случае, я больше него на нос. Там у хила, смотри, прикольный бак. Дай сальву. Поймай красный луч, паладин. Красный луч, видишь, в драконе, да, должен быть в тебе. Отойди, а я вижу, я уже убил. Вот, все. Отойди, на драконе луч стоит, блядь, вот. Вот. Зелёно убегаем. Опять луч с дракона, блядь. Какого хера луч с дракона, блядь? DPC, стань в луч, нахуй. DPC, вот. Стань между красным лучом. Всё, стой, стой. Он не знает. Убежали. Да ему сказали уже в луч стань, сука, не раз. Да в какой луч? А я тебе говорю, я из лужи вытащить хотел. Выйти хотел, но похуй, короче. Все, нуб есть нуб. Минус
Привет. Вот зачем ты сорвал агро? Страут, неужели у тебя стандартно нет отображения агро? Стоп, не ДПС и все. У меня есть зачем? Стандартное отображение, а он тут срывается на 125. У меня было 106, нахуй, я один удар сделал и все, блин. Тут неудивительно. Зеленый луч зашел, босс. А они как появляются? Каждый раз по-новому? Я рандомно иду, да. Чувствую, портал встает жопой. Поменяйте шаман. Скоро убегаешь. Ух, сколько народу. Здорово. Здорово. Идешь в кару, Кен? В кару, в кару, в кару. Да, дракон уже бьем там. Осталось пара боя. Да, так пойдем. Сваливать, наверное. А лок-то есть у вас? Я там дорогу просто не знаю. Лок есть. О, мне кажется. Здесь бегающий лок. Кого? Меня так углы не спасло. Че ты опять за какой-то обновил? Ты только что глыбой рейд положил. Почему? Ну я не успел отбежать. Ты когда в глыбе был, и ты не после первого каста не убежал, он плюнул во все. А, вы дракона бьете, что ли? Скучно, у нас танк есть, да есть, в принципе, забьем. Там жип, блядь. Портал, найди красный, портал в центре. В центре портал. Давайте Геру, что ли. Отведи от портала, чтоб... Отведи подальше босса, чтоб поудобнее было там синим стоять. Да пофиг, я и так стоял. Геру дайте. Была Гера. А ты что там магом что ли? Дамажен. Вайпы трейд, блять. Агрит трэш, блять, как всегда. Сороковой стак уходим. По-хорошему вам уходить. Не должен достать. Хорошо. Там вон красный, куда-то убежал. Я видел, видел. Как бы его так поставить-то? Что у вас там, дамага не хватает? Да пока нормально. Дамага хватает. А что делает синий и зеленый портал? Зеленый этот снижает стоимость каста вроде. Увеличивает их. А, и увеличивает их еще, да. Снижает при этом запас. Синий апает ДПС. Считайте, наводите. Наносим урон. Нет. 95. Синий и вроде это высасывает ману. Урон получаем. Зеленый высасывает ману. Сука. А, ну значит наоборот. Вы просто наведите на человека. Считайте. Какую-то хуйню говорите. Наведите на человека, на котором лучше прочитайте, что дает бан. Галдите как это самое. Ну и синий увеличивает получаемый урон и... Наносимый урон и получает больше урона от заклинаний. Зеленый высасывает и увеличивает хил. Все. Че тут наводить-то? Я говорю, кем лучше зайти-то? Друидом, воином? Кто нужен-то лучше вам? Похер кто? М? Пофиг кто? Друид. Друид лучше, да? Друидом давай. Ну давай тогда. Красный, держите. Вообще.
вообще зачем друидам ты, блядь, КД только повешаешь, блядь, на одного босса? Ну, да. Мне вообще пофиг. Так что лучше варом. Варм, ДПС хоть, да. Слушай, вы улитки, я уже зашел на одного. Ну, да нет, ты просто КД повешаешь, ну, если тебе не надо ничего на салута. А мне вообще не там. Мне если бошку срубил Т4, то нормально на друида. А, ну как? Афхенту, по-моему. Шеем. Слушайте, на друида упадет еще. Ресните, алло, блядь, побежали. Я тут наш. Не, Рокалов, который вайпнули рейд, мы не рез. На книжках лежу, блядь. Это, Войд, спекнись пока в танка на минутку. Машинку, вот еще вещь. И что значит треугольник, зачеркнутый на вещах, это типа, отжимать да нельзя? В смысле треугольник? Это значит, там... я не на твой класс. Что, ты там будешь мне пати давать, нет? Я плюсы пишу, пишу. Вот это кому-то нужно, могу отдать духом, потому что я получше сролил, еще и с сокетом и с меткостью. Ах ты, дух. 9 из 11, принять. Ты еще и сало вкачиваешь, Вой? А что, не надо, что ли? Ты что-то сегодня вкачивай никогда. Ты чё? Ну для целка не вижу смысла там никому почти целовать. В смысле, прочитай, способность мощный там удар щитом 10%. Стапы. Это твоя основная, это как ЛПшка. Мощный удар щитом. Чинитесь. Первая по агроспособности. Это... Чинитесь, берите реги. Это обязательно для вкачивания талант. А вот удар грома нахуй не нужен. Ссылка. О, даже рек на меня нету, тут не продаются реги мои. Как это не продается? Ну вот так, шип не продается. Дикий шипокорень не продается? Не, а он не везде, короче, прикинь, продается. Я в Агримаре знаю, где он продается, туда хожу. К своему поставщику. Да. Неотказный клиент. Всегда есть. Ты зачем весь клевер спиздил в ГБ? Кого? Клевер? Из Клевер, да. А, так я же там изучал что-то. Чё опять так? Опять летать собирать. Я же тебе говорил тогда, я на этот, на профессию-то. Я понял. Вот, я заменил уже 8 вещей. Мы чё, в 3 фила в этот паров летит? Нужно больше. Часовы и какой-нибудь телемы НХ нету? Я что-то не понял, почему... Они в 3 хила не могут прохилить, блять. Почему я Войда не мог хилить? Он вообще не хилил. У него перенаправление висело. А как его туда хилить, чё ты? Дмитрий, какое перенаправление? Просто диспелить должны, понимаешь? Да не было ничего диспелить. Я вам, если чё, на ласте скажу, не нужен вообще хил, блядь, а вы тут в 3 хила пиздуете, блядь. Я ебал этих мобов, сами бейте их, блядь. Я хилил, короче, Войд, да смотрю, у него вот как есть, уменьшается только. Плюс идет там 13 тысяч, там еще, а это все пофиг вообще. Как его хилить-то надо было, через чё? А ему надо было снять перенаправление. Там яд надо диспелить, а диспелить... Роблин, дай лапу. Да не было яда, я бы сдиспелил яд. Это магия была, только паладины шипешники мы диспелим. А где вот этот паладин, он что, не с нами? Те, кто с нами, я здесь, я бегу.
Ну, я имею в виду, что ты не с гоп-компанией бежишь. Ты отдельно. Да-да, я... отдельно бегу. А если ты на своем PvP или мне дашь хотя бы 1004, уже хорошо. Вроде пускай в сову спрятаться тоже. Там какая сова, ни о чемная? Чёрт сказал Рогу, пускай в сову спрятаться. Роми, бог. Похуй. Не учёмные, а чёмные спекаются. Ну, давай спекну сейчас. Да я своим демоном бафну вашу сову и этого, и лема. Сову обязательно надо, потому что... Тихо, блядь. Потому что она... Тут анчут. 3% меткости даёт. Власть. ДПС танчит. Этот как его? Маг, дай этих пирожков там своих там. Обмен. Если кому надо, я могу отдать, у меня еще 2 стака. Я набрал как бы. Так мне много даешь, а они все равно, я выйду, зайду, они опять пропадут. А че вы там встали? Че, подожди, дайте бафы там какие-нибудь, че у вас есть вообще хоть тут? Ну у меня карточка 6 минут, у меня от мага еще и этот Дардика при... Ну конечно, я вот я вам дал, а вы мне что дали за обмен? Только каску и интеллект? Мало. Давайте еще. Подойди, я тебе СС дам. Да СС-то зачем? Погнали, чё кого? Дайте это, бафни и лапку. Всё, пуля, ёба на рот. Такого лапка-то есть уже. Промахнулся щитом, блять. Да, у меня и танк миснул. Тише. Не бейте нахуй, подождите, блядь. Не бьем, ждем. Владимир, чем с меткостью проблемы? Да не вроде нормально. Че, мисс? Блять, стопани, постой, покури, ебаный стыд. Сука, успейте задержать. Отбежали. Ты нубас. Я не нубас, на мини, короче, этот писел. Слава тьмы поле, блять. Кроме ресы. Ресы, я на тебя БР потратил. Хуя. Ой, пизда, рулю. Уводи босса, уводи босса. Ой, ебать, не в ту сторону повел. Куда мне его вывести? Там, можно там стоять было. Вот сюда выведу, нормально? Нет, нихуя не нормально. А давайте же выйдем. Уедем, блядь, иди сюда с боссом. Сюда, иди в рейд. Сука. Центр комнаты, иди. Иди вставай к стенке, блядь. Нубы, блядь, сука. Отбежали от босса милики, блядь. Пошли бить. Уберс, ну баз. Бежали. Смотри, Рошем хуярит молниями, как дикий, блядь. В смысле? Я Элем, лё, топ-2 по ДПС. Я говорю этому.
побежали. В огонь только не забегите, блядь. О, прилетело хуйня. Бля, какая красота. Ой, сука, слепые, блядь. Заходите 5 в лужу. Живых, да, он... Заходите в лужу, я ебу, блядь. Не-не-не, мы убьем его. Да мне похуй, блядь. Заходите в лужу, к стене подходите, к входу. Сука, ну... Кинь диван, где писи на кого-то. Такое нубьё, блядь. Сейчас, пиздец. Этот, беги, слышишь, да, Лем, беги-беги. Вы что, блядь, не видите, падает вот этот голем ебучий? Вы что, не видите радиус, нахуй? Не подходите, он начнёт его ешить. У вас что, ешить? Сука. Сука. Эти бегают тут... за стенку, нахуй. Этот, блядь, врывается. Я не увидел голема этого, он за спину упал мне. Начинайте смотреть по сторонам, блядь. Портуйте в библиотеку сразу, там еще не сдох. Тут шаман. Давай, Масрез. Тут шаман лестницы. Ну, а. Там эти были тотемы. Портуйте в библиотеку сразу. Резай, давай, блядь. А чё, Масреза нету? А, у. Я 3 вынес на панельку, ни одного не заметил. Не надо мастеролу врываться, блять, Куберс без диса, блять. Не отбегает нихуя, блять. И смотрите, куда падает. Я походу полбоя могу не бить, блять. А ты дипси выводишь босса, если голем вот так спадает с одной и с другой стороны, ты его выводишь, блять, чтобы было куда отбегать людям. Слушай, а подскажи, что, мне если звездопад прожимать, ничего, подходить к нему надо, да, поближе? Я, получается, не достаю до него. А чё, у тебя символ звездопада, что ли? Нет. Так нахуя тебе подходить? Вот как ты достаёшь звёзды? А тут тебе символа не достаёт, тут в этом... Значит, подходи. А, у меня есть символ звездопада, сокращает восстановление его, да и всё. Дайте лапу. Точно восстановление? Точно. Ну-ка, Ленка, не. Убедился? Какой-то другой там был еще. Увеличивает урон. Всего фокусировка называется. Значит, паладин ставит, никто не бьет, блядь. Иди ставь его, пидор. Лям, мусор. Переходи на лока. Лок веселее. Почему ты в угол его завел? Я убил его. Опасно, пацан. Кто сдохнет, Т4 не отдам, отвечаю. Блять, 2 удара сделал нахуй. Диспельт изменить, блядь. Диспел нахуй. Ты чё? Убежали. Воин, ты заебал рвать. Какой он нахуй рвать? Ты видишь, где я, блядь, вообще по ДПС? Я только 2 удара, сука, сделал, блядь. Ты даёшь сальву? Паладин, у тебя вообще праведного нет, блядь. Кто бы говорил, нахуй? Ну, да, ебать, мы же падали. Без праведного босса танчим, блядь. А вары пиздит мне. Просил здесь палить, не мог здесь палить меня, что ли, нахуй? Бежали, блядь. Бать, куда ты каешь, убегаешь? Я скоро подыму. Рога, ты чё? Алис? Ну, урок. Недалеко ты отбежала. Волос поднимать. Ой, там вообще чем-то выйдет этот... Послот. Ой, пизда, по-моему, в нас идти. А, не, ошибся, не в нас. Бежали. Дальше отбегаю в следующий раз. Чё, так сложно, что ли? А Геру когда давай? 5 миллионов где-то плюс-минус. Сейчас давай. Нет, Геру давайте, когда будет топоры. Да вы сдохнете к тому времени.
Там таунт какой-нибудь можно? Хотя мне сбрасывать нечем, осколков нет. Команд лоб на слове. Ебать. Таунт прожми. Хуя он побежал нормально, да? Ой, я сказал, шаман лоб на срыве. Идите в Паладин, Кальва, ты дай у тебя? Да, там далеко было, то не достал для него. К воротам отходим. Вопрос в другом, как он сорвался? Идите в пизду. Я ж ПВП. Все, сейчас будешь дипси стоять и в небо смотреть, нахуй, на метеоры. Дохните, нахуй. Вы чё, гоните или чё? Чё вот? А, бежит. В дверь а прямо идите, если хотите сбросить. Вот, зайди к двери. Он же зашел в дверь, блядь, сдох. Так а, зайди в двери. Все, резайте быстрее, все. Походу полбоя буду ждать, сука, пока он игру наберет. Я массовый, давай я массовым резом. Стоп. Я массовый давай. Дайте массовый, я там в конце площадки лежу. КД у людей. Вы так падаете быстро, нахуй, что 10 минут не проходит. Резайте, блядь, остальные, блядь. Ману пейте. Вон, Роми, резай. Как дальнего-то резнуть, да? Далеко вообще. Здесь это не лок, нахуй. Лока верните к жизни. Нет, это шаман, я тогда встану, да, пока? Лок, и давай, резайте. Вставай, Лока, резайте, он сейчас шкаф поставит. Лок шкаф типа ставит, у Лока ноль осколков. Они закончились. А, ну и все, блядь, нахуй, беги тогда, нахуй, ёбаный урод. Пойдем туда, на этаж ниже, там два что ли моба стоит, пойдем их сосать. Почему у всех локов, блядь, так мало осколков? Да у всех, а где мы? Я в Каражан пришел, мне было 32, сейчас их ноль. Так что, я почему-то на каждом трэше сосу, блядь, у меня всегда фулл. На чё ты их тратишь-то? Я сбрасываю агрос с помощью их. Нахуя? Вон, мессажер есть. Можно с мессажера пососать. Теперь пойдём вниз, пососем осколки, там ниже. Ну вот, моб стоит один. Один, два, один. На низ спустись. Беги! Я держи его. Пиздец, бля. Отдох. Пока искал, где эти скиллы гребаные, блин, тут. Что ловко дела? Грустно, ноль осколков. Ну один за смерть точно будет, так что пофиг. У тебя не стоит символ похищения души? Стоит. В этом прикол. Один осколок. Там во время... Да, тут трабл. Я слишком неудачник, скажем так. Невер подхит пала. Ну а смотри, пошли осколки уже 5. Все, убивайте, блядь, давайте быстрее, нахуй. Время не резиновое, нахуй. Дрочитесь там, блядь. Давайте быстрее к боссу, нахуй. Сейчас я буду танчить, дипси стоишь просто, блядь. Че, у него тогда нету спека? Ресните, народ, не? Где вы лежите? Да вот я, вот вы пробежали меня все. Сейчас я. Ты кого ресаешь? Он меня ресает. Я сову. Понял. Кто это дрит? Шабара. Рогу, ресните. Да нормально, это не цирк. Цирк был, когда я погибли убивал в три рыла. А это еще... Нахуя вы ставите камни на 20 к парированию, блядь? Субоните шамана, где он? 20 к парированию, это сильно. Ну, парирование. Кого, у меня, что ли? Не, может, у меня. Тогда не ставь такие камни, уж лучше на рейтинг защиты поставь пол. Парирование тебе не нужно, тебе нужно хп, защита. И мозги.
И немного нет. Либо интуны. У него капли, если рейтинга защиты, то почему бы не поставить на прерыв? Да, у меня 560. Что, Вольф, мне можно сразу убиваться, да? Бафы давай. Чего тебе, да, сразу? Вот тебе рещи, блядь, все бафы. Чё, чё за перетрубаться теперь? Давай лапа. Танк меняется опять. И вот он танк придет, он всех спасет. Всё, заебали, пиздец. Ну, мана-то я уже потратил 6 тысяч, блин. Идрит, Мадрид, Бадрид. Иди сюда. И земля бетоном. Ой, пизда. Уводи, Войд. Уводи в дверь. Ой, в двери летит. После этого... Сейчас он с кастанет дает Тигеру. Тигера. Отойдите, летело. Я тогда в вас летит, кто там, да, или дома. Сзади еще не отойти. Выходи, Гойд. РДД тоже уходите, все на край туда, между двумя големами. Быстрее, нападайте в големы. Все, РДД, отойдите туда. Или пробежите к РДД зоне. Еще два упало. Нет, отойдите в РДД зону, там вообще нет метеоров, там свободная зона. Стенки свободная зона. Добивайте, я остался специально. Чтобы добить этот хуй. Спасибо! Ля. Ух ты! Лабриса. Ух ты, ничего себе. Зашел, да? Ля, она падает, что ли? Чего, токен никому же не надо тут?
Роль, роль. Топорики я не могу. Тробяшку можешь. Топорики. Дайте мас рез. А чё, на эти на шахматы не идёте?